начинает формироваться вот как-то категория творческих людей. Достаточно выйти, скажем, вот на набережную, там в бульваре Пушкина, там, где продают всякие самодельщики свои работы, и там тоже вижу, что люди не зацикливаются на войне. Они не зацикливаются на этих ужасах, на всех, на обстрелах. Они делают свое красивое дело. Но мы же не просто какой-то провинциальный городишко, который ни к чему никогда, кроме своих огородов, не стремился. Мы город цивилизованный, культурный. Я считаю, что Донецк всегда был и остается, и будет, и в будущем будет, в общем-то, очень серьезным культурным центром. Мало того, в Донецке очень много театров, очень много всяких площадок культурных. Это все хорошо, это все посещаемо.